Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас магазин 22 августа. А вы подписывайтесь, лайк поставьте. И не забудьте то, что когда на моем канале будет 2к подписчиков, разыграю что-нибудь за 702 баксов. И также поддержите меня в магазине предметов, буду очень благодарен. А если что-нибудь купите с моим тегом, то вообще офигенно, огромное спасибо. Кстати, добавлю еще и Сиока, Эхо. Не знаю, почему, видите, задира, типа, очень близко, типа, сделали. Все скины, например, у них видно тело, немного. Даже ноги, например. А вот здесь, типа, вот так показывает. А все скины вот так. Не знаю, странно. Набор, Dragon Ball и вот такие комплекты нам оставили. Вот. А вы подписывайтесь и лайк поставьте. Ну, я это уже говорил, он пофиг. Ну и поддержка магазина. Окей, комплект фигурок Монополии, значит. Вот у нас песик. Это вышла 18 сезона. Песик такой, уточка, котик, котяра, буква М, я кот, динозавр, тирекс, потом пингвин, машина, шапка, цилиндр и корабль. Феничка, стиль на выбор, обычный стиль и модный. И у рюкзака, у бэкпака нет стилей. Ну, было бы прикольно, если было бы. И Ангуст 7 сезона и Вечность. Еще Ока 7 сезона. Прикольная кирка, неплохая кирочка. Играбельная, аккуратная. И, не знаю, прикольно. Не шумная. Нормально. И уличный мажор. 7 сезона. Эхо. Ну, эхо. Обычный стиль. И инвертированный. Ну, не знаю, неплохой скинчик. Нормально. Может, даже и куплю, не знаю. Скорее всего, нет. Отражение, обычный стиль и инвертированный. Реверсивные клинки. Ну, темный и светлый. И эхолет 12 сезона, темный, ну и светлый. Эхо войны 12 сезона. Не знаю, сейчас Fortnite какой-то скучноватый, но это Fortnite. Прикольно рассказал. Зури, фиг его знает, включает экран загрузки, такой скин, как будто с какого-то турика, не знаю, мне не заходит этот скин, что-то не нравится. Ну, бэкпэк, в принципе, ну, сойдет.
зачарованные крылышки. Зачарованные крылышки и лучше на ринге. Воу-воу-воу, какой же удар мощный. Хатыщ. Но если вы сделали такой экран загрузки, где такая эмоция еще плюс? Бонус. И неоновый ятаган. Ятаган. 800 баксов. Ну, не знаю. В принципе, ну, сойдет. Не знаю. Я у никого практически не видел эту кирку. Вот. Задира. 1200 баксов. Ну, в принципе, сойдет скин. Неплохой. Корица. Ну, я бы не сказал то, что неплохой, но не знаю, что-то прическа мне не зашла именно спереди. Спереди что-то не зашло. Скинчик неплохой, но если спереди смотреть, ну, вот так, то не знаю, что-то мне не нравится. Но, в принципе, можно было бы играть эту скину. Не совсем такой уж и плохой скин. Ледоруб. С первого сезона. Неплохая киришка. Мне нравится, я ее купил. Очень прикольная кирка. Вот. Не знаю, как вам, но мне она очень понравилась. Я ее купил. Не знаю, в каком сезоне. Вроде бы в первой главе. Может, даже и в второй главе. Мне кажется, то, что в первой. Либо второй главе. Не помню. Гитарное соло 9 сезона с передвижением. Оп, 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 оп. Воу, воу, воу. Старая школа. Блин, я думал то, что это эмоция с 5 сезона. Не скажу, вот это с 5 или нет? Странно. И переломный момент. Эту эмоцию я вроде бы сам покупал. Ну и все, ребят. Значит, что я бы порекомендовал бы, если, например, вы что-нибудь бы хотели купить. Вот этот скин неплохой, я бы юзал, ну, оба стиля. Но я бы купил еще Око. Эхо скин бы купил. По моему мнению, Ледоруб неплохой. Старая школа и Задир. Вот это я бы купил. Вот это тоже неплохо. Вот этот комплект. Вот, подписка, лайк, поддержка Магази. Не забывайте то, что когда будет 2к подписчиков, будет разыгрыш на 800 баксов. Вот. 22 августа сегодня получается. У нас будет стрим. Заходите. Вот. И подписывайтесь, лайки. Всем пока, удачи, хатыщ. Ты перебери.